Программа переселения соотечественников в Россию из-за рубежа действует с 2008 года. По данным российской газеты, за 10 лет в страну переехало 800 тысяч русскоговорящих граждан. Для места проживания выбрать можно только те регионы, что указаны в программе. С этого года доступным стал и Алмазный край. Переселенцам полагаются льготы и поддержка. В первую очередь это компенсация арендной платы за наем жилья до 6 месяцев, компенсация на первичное медицинское освидетельствование и оказание единовременной материальной помощи до получения разрешения на временное проживание или до оформления гражданства Российской Федерации. Для участия в программе необходимо заполнить заявление на сайте МВД России, а после переезда миграционная служба поможет получить гражданство в 2 раза быстрее обычной процедуры. Для граждан, которые стали участниками государственной программы по добровольному переселению соотечественников, предоставляется возможность в упрощенном порядке приобрести гражданство Российской Федерации. Заявленные кандидатуры утверждаются главой района. Условий для одобрения несколько. Претендент переезжает только со всеми членами семьи, а его профессия должна быть востребована на местном рынке труда. Участниками программы в Мирнинском районе уже стали 15 семей. Если говорить о специальностях, по которым прошли иностранные граждане, это взрывник 5-го разряда, проходчик 5-го разряда, инженер-механик, инженер-электромеханик, фельдшер, техник-электромеханик. Члены семей участников данной государственной программы также имеют высшее или среднее профессиональное образование, но в нашем случае члены семей имеют педагогическое, экономическое и медицинское образование. На очереди семья из Казахстана. Они уже получили одобрение и готовятся к переезду в северные поселения Алмазного края. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край».